3 января 2024 года на базе средней школы номер 6 города Светлогорска состоялся открытый турнир по настольному теннису памяти Кришнёва Михаила Владимировича, бывшего главного специалиста отдела образования Светлогорского райисполкома. Мероприятие было проведено по инициативе бывших коллег Михаила Владимировича. Михаил Владимирович за долгие годы своей работы создал систему физического воспитания в нашем районе, которая позволила длительное время занимать призовые места на областных соревнованиях нашему району. Михаил Владимирович был человеком с большой буквы, профессионалом, специалистом, семьянином, педагогом, который воспитал не одну плеяду учащихся и учителей физической культуры. Данный турнир является элементом преемственности, связью между поколениями, целью которой является привитие самых лучших качеств нашего подрастающему поколению. Трудовой стаж Михаила Владимировича в отрасли образования Светлогорского района составил чуть более 45 лет. Большую часть своей сознательной жизни Михаил Владимирович посвятил делу образования и воспитания подрастающего поколения. Михаил Владимирович работал учителем физической культуры и начально-военной подготовки в сельских школах. Работал инспектором районного отдела образования, главным специалистом отдела образования Светлогорского райисполкома. Под его грамотным и профессиональным руководством сборные команды Светлогорского района на протяжении многих лет добивались высоких результатов на областных и республиканских соревнованиях. Михаил Владимирович до конца своих дней прививал детям любовь к занятиям физической культурой и спортом. Делился огромным опытом работы с коллегами. 27 ноября 2019 года Михаила Владимировича не стало.